Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем создавать декоративную композицию «Золотой петушок» в технике холодного батика. Для работы нам понадобится подрамник для ткани с крючками, лист бумаги для изготовления шаблона подготовительного рисунка, масштабная сетка для перевода эскиза в шаблон, перчатки, линейка железная 50 см, скотч бумажный, маркер для обводки рисунка и карандаш для изготовления шаблона, ножницы, клеящий карандаш, коллекция журналов с красивыми картинками, трубочка стеклянная для навода резерва, резерв, краски для росписи ткани, набор кистей разной толщины, палитра, простой вкладыш от конфет. Для создания различных эффектов нам понадобится крупная поваренная соль и мочевина, карбамид. И шелковая ткань размером 50 на 50 сантиметров. Для создания эскиза нам понадобится красивый глянцевый журнал с разноцветными иллюстрациями. Выбираем цвета, подходящие под будущую идею. Мы помним, что мы с вами делаем золотого петушка. Вырезаем понравившиеся фрагменты, которые станут основой цветового решения нашего эскиза. Собираем разноцветные лоскутки на листе белой бумаги, на которой мы создадим будущую композицию. Сначала сделаем фон для будущего сюжета. Фон готов. Для создания образа золотой птицы выбираем кусочки, контрастные к фону, те, которые передают образ золота. Примеряем лоскутики, и если не понравится, меняй их на другие. Эскиз готов. Но теперь необходимо закрепить фрагменты с помощью клея-карандаша для того, чтобы использовать в дальнейшей работе. Для удобства перенесения рисунка на шаблон и его увеличения используем масштабную сетку, которую мы заготовили заранее.
размечаем клетки на будущем шаблоне. Переносим рисунок с эскиза на шаблон. Удаляем лишние линии с помощью ластика. Корректируем рисунок. Обводим рисунок толстым маркером, чтобы шаблон был виден под тканью. Шаблон готов. Переходим к следующему этапу. Аккуратно натягиваем ткань на подрамник, так, чтобы ткань была упругой и не провисала при дальнейшей работе. Примеряем шаблон и смотрим, как он выглядит по тканью. Затем переворачиваем подрамник с тканью и крепим шаблон с обратной стороны бумажным скотчем. Переворачиваем подрамник. Теперь мы готовы к нанесению резервирующего состава. Если рисунок плохо виден через ткань, можно подложить тонкий журнал. Тогда узор будет виден контрастней. Приступаем к очень ответственному этапу – нанесению резервирующего состава. Работу нужно вести медленно и аккуратно, стараясь соблюсти рисунок на шаблоне. Для того, чтобы на ткани не образовывались капельки от состава, необходимо первое касание выполнить на подготовительной бумажке, а затем продолжить ведение линии.
Линейку можно использовать как дополнительную точку опоры. Для проведения длинных прямых линий нам также поможет линейка. Наша работа готова для росписи. Теперь необходимо удалить шаблон и приступить к работе с краской. Прежде чем начать работу с краской, необходимо приготовить палитру. Палитрой служит вкладыш из-под конфет. Готовим краски, которыми будем работать, а также стакан чистой воды и кисточку. Концентрированный краситель вливаем аккуратно и понемногу в емкости. Для приготовления более легких и прозрачных смесей заполняем ячейки палитры чистой водой. Чтобы не запутаться в цветах, бумажные маркеры. Теперь вы не ошибетесь в цвете. Готовим дополнительные смеси. Смешиваем желтый краситель с красным. Получаем оттенок оранжевого. Перед опусканием кисточки в краску тщательно ее промываем в чистой воде. Смешиваем столько цветов, сколько нам необходимо для выполнения работы. Началом росписи необходимо удалить шаблон, чтобы он не мешал работе. Прежде чем приступить к работе краской, необходимо смочить участок будущей росписи водой, заодно и проверить, держит ли влагу ваш резервирующий контурный состав. Выполняем роспись цветом, постепенно вливая один оттенок цвета в другой. По влажной ткани краска растекается мягко и плавно. Для создания декоративных эффектов, свойственных росписи по тканям, используем соль. Она регулирует растекание краски и дает потрясающие эффекты. Кроме крупной соли, мы можем использовать мелкую соль. Тогда эффекты будут отличаться. Постепенно выполняем роспись фона. Для выполнения росписи аккуратно необходимо использовать кисточки разного размера. На тонких участках необходима кисть небольшого размера. Используем оттенки и тональное отношение в соответствии с эскизом. Мочевина хорошо смотрится на темных участках. Она дает замечательные белые звездочки. После достижения эффекта соль и мочевину необходимо удалить с ткани, чтобы она ее не испортила и ваш эффект не исчез.
Когда фон готов, приступаем к росписи главного героя, нашего золотого петушка. Наша работа готова. Теперь вы можете вставить ее в раму и повесить на стену. Пусть золотой петушок радует вас долгое время. Этот мастер-класс для вас проводила Ганова Татьяна, доцент кафедры декоративного искусства и дизайна Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета.